смотрите сегодня в небе. Не все то золото, что блестит. Выясняем, в производстве каких ювелирных украшений участвуют никелевые сплавы и какое золото называют белым. Все подробности в проекте «Главный элемент». Знойная женщина, мечта поэта. Разбираемся, как дамы с пышными формами реализуют себя в жизни и какое оно полное счастье. Прямо сейчас вас ждет продолжение нашего спецпроекта, посвященного 80-летию горно-металлургического комбината «Норильский никель». Смотрите внимательно, чтобы завтра в 10 утра в эфире самого веселого радио «Юмор-ФМ» выиграть вот этот приз в викторине «Верю-не верю». Незаменимый, уникальный. Используется в каждом втором предмете обихода. Это все о нем, о никеле. Никель – это пластичный, ковкий металл серебристого и белого цвета, который в основном принимается, используется в сплавах. Угу. Вот, сферы применения этих сплавов, они разнообразны, различны, порядка 300 тысяч вообще различных областей. Но нас интересуют ювелирные украшения. Неужели сплавы этого металла используются и здесь? Никель предоставляет и дает новое уникальное свойство вот этому сплаву. Допустим, для чего его добавляют в золото? То есть, первая это его функция, он осветляет расплав. Вот он, секрет белого золота. Никель осветляет желтый цвет сплава золота, придавая будущей подвеске или кольцу благородный оттенок белого. Но это еще не все. Никель очень твердый металл, а золото мягкое. Поэтому для того, чтобы ювелирное изделие из золота носилось хорошо, долго, не царапалось, держало форму и так далее, нужно золото как бы сделать более твердым. И благодаря тому, что никель очень твердый металл, сплав из золота с никелем получается достаточно твердым для того, чтобы изделие было носким. Кроме того, никель добавляет ковкости. Благодаря этому свойству будущему изделию с легкостью можно придать различные формы, растянуть или сделать плоским. Бытует мнение, что изделия с добавлением никеля могут вызвать аллергическую реакцию. Спешим вас успокоить. Благодаря современным технологиям радирования этой неприятности не случится. Это покрытие тонким слоем металла родия. Да? Родий как раз дает такой бело-голубоватый оттенок. И вот если говорить про вопрос аллергичности никеля, да, и его воздействия на кожу, то как раз в ювелирных украшениях, благодаря радированию, вот этот аллергический эффект, который может оказать никель на кожу человека, он ликвидируется. Ну и чтобы окончательно исключить возможность любой аллергической реакции, воспользуйтесь маленькой хитростью. Обычный лак, прозрачный, наносишь, то есть чтобы не было тесного контакта. Не отказывайте себе в красивых подарках, приобретайте и носите с удовольствием элегантные ювелирные украшения с добавлением никеля. Ведь они не только яркое дополнение имиджа, но и прекрасный вклад в ваше будущее. А вот чем так полюбился никель и его сплавы хай-тек дизайнерам, расскажем на следующей неделе в продолжении спецпроекта «Главный элемент». Не пропустите, будет интересно! Люди больше доверяют другим. Такую закономерность выявили американские ученые. В ходе исследования они выяснили, что люди с высоким показателем интеллекта лучше разбираются в характерах и склонны заводить отношения с теми, кто вряд ли предаст. Но предыдущие исследования ученых доказали, что люди, которые умеют доверять другим, счастливее и здоровее остальных. Кстати, новые знакомые Алины Малиевой – люди однозначно счастливые и без всяких комплексов. Мода, как известно, дама капризная и склонна все время повторяться. Неудивительно, что тренды 50-х годов возвращаются, а вместе с ними и культ пышных форм. Недавно среди красноярок прошел конкурс красоты для дам с аппетитными формами. Задача проекта в первую очередь поверить в себя и открыть новые возможности в привычных буднях. Целевая аудитория нуждается в этом, в таких мероприятиях, потому что действительно это девочкам дает новые возможности. Возможно, даже возможности пересмотреть себя в чем-то, да? И как бы, ну, стремиться к совершенству, скажем так. Для кого-то похуднее, для кого-то похорошеть, а для кого-то именно внутренне раскрепоститься, так как проект достаточно психологически наполнен, и поэтому, как бы, ну, без этого никак. Девочки в прямом смысле этого слова трудились до седьмого пота, и результаты не заставили долго ждать. Спортзал стал для них вторым домом. Сейчас очень много разнообразных направлений, начиная от
медленных каких-то занятий, танцевальных направлений. В тренажерном зале есть масса направлений, которые направлены на людей даже с большой комплекцией, и там нет никаких противопоказаний, потому что тренер подбирает наиболее оптимальный вид нагрузки и, ну, с учетом всех особенностей клиента. Грациозный, смелый, уверенный в себе, трудолюбивый, в общем, готовый к новому ритму жизни. Думаю, что как для меня, так и для всех девочек это не является конкурсом красоты. Каждая из нас пришла сюда для того, чтобы измениться, что-то изменить себе и в своей жизни. Мастер-классы по питанию, стилю, танцы, фитнес, ораторское искусство, фотосессия и, конечно же, дефиле. Для участниц, конечно, ну, сложные моменты – это, естественно, дефиле, да, потому что, ну, никогда никто этим не занимался, и тут вот так вот в раз все навалилось. Мы танцуем. Вот если бы мне кто-то год назад сказал, что я буду танцевать на Театральной площади, ну, я бы как минимум не поверила. Как максимум сказала, что это неправда, но это было. Никогда не поздно заняться собой и поверить в себя. Не бойтесь экспериментировать, создавать и творить, ведь каждая женщина красива и уникальна по-своему. Революция красоты поможет пышным женщинам чувствовать себя уверенно. Телефон для справок 232-85-95. Партнер проекта «Революции красоты» – фитнес-клуб «Адмирал». Улица Водопьянова, 14, телефон 274-53-88. Первые летние выходные синоптики обещают нам теплую погоду. Предлагаю провести эти дни с пользой и всей семьей отправиться в парк аттракционов «Остров Сокровищ». Как выиграть карту на бесплатное посещение, узнаете на страничке в нашей группе ВКонтакте. Ну а далее реклама, после нее продолжим. В центре доктора Бубновского в дни летних каникул. Лечебная физкультура для детей при нарушении осанки, сколиозе, мышечной слабости, травмах, сосудистой дистонии. Адрес: Вельского, 22. Телефон 2-180-430. Западный микрорайон Златоулочка. Мы предлагаем рассрочку до 15 лет. Всего от 12% годовых на покупку 1, 2, 3 или 4-комнатной квартиры. Звоните 215-3737. Златоулочка. Красивая жизнь в живописном месте. А вот у Виктории Тиханович свой взгляд на дачные приоритеты. Она составила для вас топ самых полезных в своей бесполезности огородных мелочей. Всем заядлым дачникам и маниакальным садоводам посвящается рейтинг 5 самых интересных и полезных предметов интерьера и быта. 5-е место – качели. Имея такую конструкцию у себя в арсенале, можно блаженно покачиваться летними вечерами и окидывать взором высаженные любимые помидоры с огурцами. Стоимость от 12 до 20 тысяч рублей. 4-е место – кашпо. Сейчас очень популярны садовые кашпо, которые состоят из различного материала, железный каркас и наполнитель внутренний. Есть кукурузное волокно, есть и банановые листья, также кокосовое волокно и искусственный ротанг. Это пластик, за которым очень легко ухаживать. Также вы прокладываете полиэтилен и высаживаете свои любимые растения. Кашпо в основном делают из натуральных материалов, так что они легко сохнут и дожди им совсем не помеха. Бывают как подвесные, так и наземные. Стоимость от 300 рублей до 1500. 3-е место – кресло-кокон. Металлический каркас обеспечивает надежность такой конструкции, а мягкое сидение – комфорт и уют. Стоимость от 20 до 25 тысяч рублей. 2-е место – декоративные светильники. Декоративные светильники, которые заряжаются от солнечного света, потом выдают вам этот свет ночью от 8 до 10 часов. Лягушки, совы и ангелы. Вот такая интересная компания может освещать ваш сад в ночное время суток. Стоимость от 300 рублей до 3000. Вот такой разбег. 1-е место – подвесной шезлонг. И от солнца защитит, и насладиться природой в парящем состоянии поможет. Стоимость вот такого варианта – 27 тысяч рублей. Облагораживайте свои дачи и сады, создавайте уют и со спокойной душой отдыхайте. На этом у меня все. Но главный час на 7 канале продолжается. Передаю слово Юлии Аржановой, которая готова поделиться полезными советами и точно знает, как пережить ремонт.